Настоящий подарок получили молодые саровские семьи в преддверии Нового года. В администрации им вручили свидетельство на получение жилищной субсидии, реализовать которые они должны будут в начале декабря. Так что у 16 семей есть все шансы встретить Новый год в новых квартирах. Министерство социальной политики по обращению главы администрации увеличило финансирование. Большую часть забрал город Саров. Это 16 семей. Получается, у нас, когда формировался список на 2019 год, все семьи, которые заявлялись, они в этот список попали и получили свои выплаты. В этом году администрация выдавала свидетельства трижды. Их получили 37 семей. Всего за 10 лет работы программы в Сарове выдали более 400 документов на получение социальных выплат для приобретения жилья. В актовом зале администрации обычно обсуждаются серьезные политические вопросы. В этот раз речь чиновников звучала на фоне детского лепета и смеха. Вместе с родителями получать сертификаты пришли малыши. Если ребенок родился с момента формирования списка, то есть 1 июня 2018 года до момента перечисления денег, то он в следующем году на него государство выделит еще дополнительную выплату, и семья будет охвачена в полном объеме средствами. Программа «Молодая семья» продолжает работать, и уже сейчас формируются новые списки семей, не имеющих жилья, с перспективой выдачи сертификатов в последующие 3 года. Подробную информацию можно узнать по телефону 9-77-51. Елена Грицкова, Евгений Шевцов, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.